Беларусь готова стать западными воротами для Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил в Ташкенте президент. Еще утром Александр Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином, лидером Китая, одного из основателей Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что и КНР, и объединения в целом могут рассчитывать на поддержку в любых вопросах. А гарант надежности Беларуси как партнера – возводимый под Минском белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» – жемчужина нового шелкового пути, масштабного проекта, инициированного Китаем. Я хочу вас поблагодарить за то, что наша Беларусь, единственная из европейских государств, получила статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. Без поддержки Великого Китая это было бы невозможно. Вы также можете, Китайская Народная Республика и организация, Шанхайская организация, можете рассчитывать на нашу поддержку в любых вопросах, которые волнуют сегодня организацию. Мы готовы быть западными воротами этой организации. Ну а как мы умеем держать слово, вы убедились в последний визит в Беларусь, когда мы с вами присутствовали на строительстве Великого Камня. Поздравляю вас с успешным проведением 5-го Всебелорусского народного собрания. Уверен, что под вашим руководством в Беларуси будут достигнуты новые успехи. Белорусско-китайские отношения стремительно набирают обороты. Знаю, что в настоящее время в Беларуси проходит парламентская избирательная кампания. Я поддерживаю усилия, направленные на спокойное проведение выборов. Кроме того, приглашаю вас посетить Китай с государственным визитом. О дополнительных импульсах шла речь и в разрезе отношений с Индией. Страна, так же как и Беларусь, имеет статус наблюдателя при ШОС. Александр Лукашенко встретился с индийским премьер-министром. У партнеров уже есть договоренность о миллиардном товарообороте к 2018 году. Дело за дорожной картой. Чувствую, что нужен дополнительный импульс, дополнительный толчок к развитию наших отношений. У нас сейчас фундамент наших отношений существует, договорно-правовая база достаточна для того, чтобы развивать отношения. У нас есть очень серьезные проекты, но я считаю, господин премьер-министр, что на этом останавливаться нельзя, надо двигаться вперед. И мы, конечно же, ждем вашего большего присутствия в центре Европы. Думаю, что для Великой Индии это будет неплохо. И мы готовы реализовать ваши интересы в Беларуси настолько, насколько это вам выгодно. Одна из остановок на этой дорожной карте – международная торговая ярмарка в Нью-Дели. До ноября у Беларуси есть время на подготовку экспозиции.